Всем привет, дорогие друзья, любители видеоигр, с вами Зео Геймер, и мы сегодня поиграем в игрушку под названием University Sandbox 2. Это перед вами Земля, планета наша. Вот как называется игрушка, University Sandbox 2. Замечательная игрушка, можно делать всякие эксперименты со звездами, с планетами, всякие крушения, в общем, все, чего вы захотите, вы можете делать в этой игрушке. Даже столкновение планет. Вы не представляете, это реально клево. Смотрите, сейчас планета полетит. Земля, маленькая Земля врезается в большую, блядь. Так, ну чё, ты будешь двигаться или чё? Во, не-не-не-не-не-не-не-не! Стой! Стой-стой-стой! Во! Вот так вот в замедленном съемочке ты будешь сталкиваться. Да. В принципе, ребятки, вы понимаете, что если вот такая вот планета врежется в нашу планету, то нам наступит конец. То, что вы сейчас увидите, так и есть. А можно мне спросить, что это, блядь, происходит, мать вашу? Какого хуя, блядь, а чё, чёрную дыру, что ли, нахуй превращается? Тихо, планета, живей, блядь. Ёбаный ты хуесос, стыд. Ой, жесть. Окей, ускоримся. Вы знаете, я не знаю, что, блядь, происходит, но это пиздец, давайте уничтожим, нахуй, планету нашу. Блять, что происходит, мать ваша? Блять, садомия, капец, ребятки. В общем, ребятки, не буду я больше снимать эту игрушку. В общем, вы поняли, о чем игра. Покупайте ее в Steam, всем ее советую. Небольшой вот обзорчик. Я просто долго, если я все показывать вам, это будет очень долго, поэтому просто сделаем сейчас красивый фейерверк. Фейерверк заказывал, блядь. Хуесос. Мудак ебаный. Где мой фейерверк, блядь? Вот, короче, наша Земля. На фоне Земли мы сейчас сделаем с вами фейерверк. Фейерверк. Самый, мать вашу, фейерверк. То есть фейерверк. Смотрите. Земля, вы... Где фейерверк, твою мать? Заказывал я, уёбки. Ладно, ребятки, вот такая вот, короче, была наша... Наш обзорчик вот этой вот игры. Просто супер... Супер новая. Кстати, давайте посмотрим. Не-не, это нам не надо. Супер новая туре. В общем, как будете смотреть, вот, вот наш фейерверк. Такой вот обзорчик этой игрушки. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите, играйте в хорошие игры. С вами был Зео Геймер. И игрушка под названием Sandbox 2. Играйте в хорошие игры, ребятки. Всем удачи. Всем пока. О боже. Как же эпично.